Внести свои предложения в благоустройство города может каждый соученец. В рамках программы «Комфортная городская среда» принимаются заявки на благоустройство общественных территорий. Жителям предлагают самим выбрать места, где появятся новые парки и скверы. Для этого в районных администрациях установили специальные урны. В данный момент у нас развернут пункт приема заявок от жителей на включение в эту программу общественной территории. Пункт работает с 9 января. В настоящее время принято около 80 заявок. Путем народного голосования определят 16 территорий, где необходимо разбить парковую зону по 4 на каждый район Большого Сочи. На пунктах приема заявок есть предварительный перечень возможных мест благоустройства. Однако граждане могут сами предложить свои варианты в заявке. Подается она в свободной форме. Я предлагаю благоустроить сквер в центре Адлера по улице Молокова возле дома номер 32. Там есть хорошая территория, где гуляем не только мы, пенсионеры, но и мамочки с детьми, подростки. Общественность выбирает не только место для благоустройства. Также в заявке можно указать более детальные пожелания. Например, фронт предстоящих работ, оборудование на территории парковки, площадок для занятий спортом, установку освещения или сооружение детских площадок. Хочу пригласить всех жителей города Сочи не оставаться равнодушными. Прийти на вот эти вот для начала сначала в пункты приема заявок, опустить в урну для приема заявок заявку на ту территорию, которую бы вы хотели видеть благоустроенной. Я имею в виду, еще раз подчеркиваю, это парк или сквер. Вот где вы хотите, чтобы у вас был новый парк или сквер? Пункты приема заявок работают с 9 до 18 часов. Последний день подачи – 9 февраля. Далее муниципальная общественная комиссия определит территории, которые соберут больше всего заявок. Они попадут уже на рейтинговое голосование. Оно пройдет в день выборов президента России 18 марта. В итоге из 16 территорий отберут 8, по 2 на каждый район. Эти зоны будут благоустроены в 2018 году. Остальными займутся уже в следующем году. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.